День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Hearthstone. Итак, у нас прошел патч, изменились парочка вещей, вот эта кнопочка стала цветной, у нас новая система продвижения, скажем так, по рангам, и самое важное, то есть сейчас я обычно в этих картах, ну, по мелочи не разбираюсь, но две большие вещи изменились. Первое, у жреца карта самая... Какая, кстати, самая отвратительная карта у жреца, Конечно же, контроль мыслей. И тогда она стоила 8 маны, и на 8 маны выходили обычно большие существа, и их сразу же забирали. Это было ужасно. Теперь она на 10 маны, это бусечка, это нормально, хорошо, это терпимо. А то есть можно вызвать существо, им нанести немножко урона, и потом как бы потерять его или что-то с ним сделать. Но это господи, слава тебе, господи. Что они еще изменили, и что очень сильно изменило все, так это то, что... Так, давайте, готово? Нажмем... Они изменили спустить собак. А то есть они не сделали ее немножко слабее. Они вообще ее изменили. То есть раньше спустить собак давало возможность маленьким существам получить больше нападения и получить рывок. Сейчас же мы за каждое существо противника призывает погончий 1-1 со способностью рывок. А то есть это намного слабее. Теперь ее просто невозможно использовать, чтобы сразу же выиграть игру. Двумя-тремя существами маленькими. Такого не бывает. Ну, хорошо, хорошо. Это подрезали немножко ножки охотникам. Но ничего, у охотников ножки достаточно длинные, чтобы и так бежать по дорожке. Итак, что еще? Что еще? Ах да, давайте пойдем посмотрим на ранги. Да, это я сейчас поиграл пару игр, и мы сейчас будем пытаться перейти в недеревянные ранги. А то есть мы начинаем с 25 ранга с злой курицы, и потом просто продвигаемся. Вот я сейчас на 21, я какой-то там трейлер-корсар. Мне сейчас нужна одна победа, чтобы перейти в недеревянные ранги, где можно будет уже терять звездочки, по-моему, если я не ошибаюсь, и можно будет уже туда-сюда крутиться. И давайте это сейчас попробуем. Я возьму мага, потому что это самый такой дек, которым просто пропихивать вперед, бежать вперед и делать все, чтобы получить как можно больше ранг, потому что это самый нечестный и жестокий дек. Но скажу вам честно, меня победили один или два раза, а потом я выиграл 5 или 6 раз подряд. Но, как бы, это нормально. Для мага это хорошая статистика. Но сейчас, по идее, я должен быть, видите, то есть сейчас переломный момент, когда я пытаюсь выбраться из деревянной лиги и добраться до недеревянной лиги. Я не знаю, что это такое, я еще там не был. И, в общем, мне дают врагов более сильных, так что давайте попытаемся это сделать. И бре-бре-бре-бре, волна огня, огр-маг, превращение, огненный... Взял и отказался от всего. Ну, на мана. На мана. Ну, да. Скажем так, очень... Так, давайте здрасте скажем. Очень сильно, очень сильно. Вот эту карту я, конечно, ее лучше всего вызывать с комбинацией. Так что давайте сейчас пропустим ход просто. И пойдем дальше. У нас, по идее, до третьего хода пока что нечем походить, если может быть... О, маг Таланос. О, вот сейчас можно, например, комбинацию вот такую. Давайте мага Таланоса выпустим. Давайте монетку. Давайте так. Теперь вместо 3 стрел я выброшу 4. Отлично. Я нанес урон, убил существо, и у меня на столе маг Таланос. Приятно. Вот почему эти стрелы всегда в комбинации намного лучше. Так, хорошо, потому что, конечно же, хочется на первом же ходу выпустить карту, но она не стоит того. Теперь мы можем, конечно же, его шушеру разбивать. Что мы и будем делать? Просто будем разбивать его шушеру и будем ждать. На следующем ходу я, скорее всего, потяну интеллект чародея. Если... Хотя, может быть, там что-нибудь выпадет интересное. Так. Хорошая карта. Сильная. Толстая такая. Нажористая. Ее тяжело снести. Если у нас нету вот такой карты.
Так, хорошо. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Отлично. Этот маг Таланос, это... Он хорошо, он сейчас... Он не пригодится. Проблема в том, что обычно я его выпускаю, и он умирает. Просто так... И все, и его нету. Вообще нету. Так, ну что, мы можем теперь, например... Конечно же, снести танка сразу же. Или я могу, например, потянуть карты. Снести танка или потянуть карты. Давайте снесем танка. Он мне не нравится. Я почему-то сейчас... Я понимаю, что я наношу абсолютно мизерный урон. Но, по крайней мере, я сейчас доминирую на один маленький шажок. Врата открыты. Да, у меня скоро закончатся карты, которыми я смогу другие карты выбирать со стола. Может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь, может быть. Нет, никогда они у меня не закончатся. Ля, ля. Вот так вот. Мы... Скоро мой праздник закончится, я вам говорю честно. То есть я так сейчас так на, а потом нету карт, чтобы с по-настоящему большими существами разобраться. Хотя нет, у меня есть еще две овечки, у меня волна огня есть, у меня есть карты, которыми можно будет попользоваться. Так, теперь мы можем наконец-то... О, вот у него что радости полные штаны, он скорее всего сейчас отделается от мага Таланоса. Так, и секрет, и все сыграл. Ну хорошо. Давайте сейчас потянем три карты. Может быть, я вытяну что-нибудь такое, что будет, ну, просто чудесно. Я могу, конечно же, заморозку, но на них заморозку пока что спускать я не хочу. Скажу вам честно. Поэтому давайте сейчас сделаем так. Давайте Таланосом потянем. Ага, хорошо. Ну, понятно. По крайней мере, это Таланос на 1-1 был. Хорошо. Они сейчас друг друга скушают. Все, я потяну карту. Хорошо. Все, на этом закончим. Нравится. Нравится абсолютно гадкий элементаль воды, от которого тяжело отделаться, и который к тому же еще и замораживает других существ. Так что у парня полная рука карт. На. Герой Штормграда. Я знаю, кто у нас следующим будет овечкой. Давайте, дети, покажите пальцем на того, кто будет овечкой на следующем ходу. Дети показали правильно. Пальцем. Хорошо. Так, и можно было бы сейчас пукалкой убрать этих двух существ. Можно было бы заморозкой убрать этих двух существ. Скажу вам честно, я почему-то не хочу ни то, ни другое делать сейчас. У меня такое впечатление... Хотя, если у него есть еще один герой Штормграда... Пукалка или заморозка? Давайте заморозку. У меня ее две в руках. Так что... О, я как раз могу от этого товарища отделаться. О, как. Все, на мана. А то что-то мне не хочется ему давать много, просто возможность выпустить много существ на стол. Так, хорошо, еще один танк. Но он танками просто объедается этими танками. Танк. А? Так, хорошо. Что мы можем сейчас сделать? Мы можем сейчас сделать ничего. Да, это... Я очень плохо говорить по-русски. Давайте сейчас выпустим еще огра. И возьмем, заморозим танка. Вот так вот, чтобы он не набезобразничал мне тут. Потому что он может, он же может набезобразничать. Бурочный голем. Давай, вызывай. Молодец, хорошо. И, по-моему, волна огня дождалась своего момента. Хотя, по идее, у меня сейчас... Пукалки хватит на то, чтобы... Так, пукалка сколько на? 3 единицы урона. Ни у одного из них нету больше 3 здоровья. Раз. И вот чем страшна пукалка. Так, давайте возьму так. Давайте возьму так. Хорошо. Давайте вызову еще его на стол. И давайте прямой урон нанесем просто. Хорошо. О, как... О, как страшна, чем пукалка.
тем, что она пукает. О, как, да. Освещение. Он тоже молодец, он тоже может. Но он ни одно существо не убрал. Он хочет от червяка отделаться, или что он хочет сделать? Он, скорее всего, сейчас от червяка отделается. Моего бедненького червячка. Да? Да? Нет, по идее, он может от любого существа отделаться. Кроме моей заморозки. Нет, огр-маг. Магогр. Магогр. Нет. За что же тебя? На что же тебя? Куда же тебя? Почему же тебя? Так, теперь я могу сейчас поменять два существа на танка. Ну и остаться, скажем так, в доминирующей позиции. Давайте я это сделаю. Давайте я выпущу сейчас верховного мага. И мы чудесного длакончика. Также ударим куколкой нашей и заморозкой. Хорошо. Вот так вот. И так будет с каждым. С каждым. Так, защитник королей. Кололей-защитник. Свет небес. Еще восстановим тут. И чем я занимался последние полчаса? Скажите мне, пожалуйста. И к чему это все привело? Ни к чему, потому что у меня, по идее, прямого урона. Я тогда слил все на тех танков. Так что мне сейчас нужно наносить ему просто урон. Да, это просто Мария. Это просто урон, который мне нужно ему нанести. Итак, я... Что мне сделать? Мне от него отделаться напрямую? Или я могу сейчас волну огня сделать? Я могу его заморозить. Я могу его просто оставить на столе, что меня пугает, потому что его могут бафнуть. А овечек, по-моему, у меня осталось всего лишь одна из десяти. Один к десяти. Давайте от него попытаемся отделаться. То есть, раз у меня такое просто ощущение, что от него нужно отделаться. Так. Просто я чувствую попой, что он мне не нравится, вот такой большой монстр. На столе? Ну, я, считайте, потерял всего лишь одного. Он, конечно же, сейчас может зачистку стола сделать еще одну на два урона. Нет, это Алый Крестоносец. Гадкая карта, которая всегда ему меняется как минимум на два существа. Ой, господи, он начинает пузыриться. Это мне не нравится. Когда люди начинают пузыриться, это мне не нравится. Так, пузырьки ваши снять как? Чтобы не покалечиться. Можно и так, по идее. Можно так сделать. Так. И так. Хорошо. Во как. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Хотя бы чуть-чуть. Так, у него 10 карт, у меня 9 карт. Хорошо, то есть, по идее, все в порядке. Ну да, ну, по крайней мере, у него больше нету освещения. Это я точно знаю. Но если он сейчас вызывает существ, да, то у меня есть волна огня. Она познакомится с ним. Она его знает в лицо. Так, и мне нужно сейчас ему, скажу вам честно, просто настрелять по голове. Волной огня? А давайте шлепнем, у меня их две. Зато червячок получит баф. И мы отделались от существа, которое враг мог бы бафнуть. 100%. То есть, если матч обычно так долго длится, это значит, я делаю что-то неправильно. Что вполне логично. О, баф. Привет, баф. Баф, бдбаф, бдбаф, баф, баф, баф. Бдбам-бам-бам. Так, если это 5 урона, и тогда... Ага, хорошо. Давайте тогда сейчас Огромага. А, нет, если я сыграю Огромага, то я не могу сделать ничего. Мне нужно тогда его заморозить. Вот так вот. Хорошо. Тогда шлепнуть его так. Вызвать Огромага. Напасть напрямую. И на этом закончить. Хорошо, он сейчас заморожен, потом волной огня шлепнем и еще захватим то, что он вызовет. И... Нет! Нет! Он получает еще к тому же карту. Бе. Фу. Фу. Бе.
себе, фу. О, господи. О, господи. Чёрт. Мне чуть-чуть... А, нет, у меня хватит, у меня фаербол, мой, господи. Мне очень повезло. Так, хорошо. Буп. И вот почему все ненавидят магов. Как я их понимаю. Он строил, такая красивая комбинация. Только раз, два. И ма. И ма. И, господи, боже мой, что это такое? Свет. Ох, господи. Дяденька, вы надоели. Черт. Все, хорошо, понятно. Значит, это на перегонки идем, да? Окей. Так, я тяну карты. Раз мы на перегонки идем. Так, сейчас я могу дракона. Чародейские стрелы. Пуп. Пуп, 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 пуп. Ну, не все чародейские стрелы, пожалуйста. Существо большое, толстое. Хорошо. И та-да! Если у него эта карта сейчас не является чем-то абсолютно шикарным, то есть таким, что выигрывает, то есть там, Аниксия. Нет. Это все. Я выиграл. Да, это было очень длинная, интересная игра. Да, это было хорошо. Итак, я... Ура! Я наконец-то не в деревянной лиге. И видите, теперь мне придется набирать звездочки, теперь мне придется рваться вперед. О, ну это... Хорошо, отличное начало, и вправду, отличное начало. Так, хорошо, давайте тогда пойдем вперед. Давайте попытаемся еще настрелять кому-нибудь по голове. Посмотрим, что у нас получится. Теперь уже в этой лиге. И знаете, я заметил, что в деревянной лиге натыкаешься на людей, у которых намного лучше колоды. Потому что некоторые люди еще не начали после патча играть. Поэтому это как-то странно, на полностью шикарно собранные колоды натыкаться. И по идее сейчас, так как у нас казуальный модус назвали обычным, то люди, по идее, в казуальное играют там в обычном. Сюда приходят только уже с готовыми деками. Так, давайте откажемся от вот этих двух товарищей. И все. На этом закончим. И скажу вам честно, мне против вориеров очень не везет в последнее время. Я не знаю почему, то есть у них такие резкие, такие хорошие деки получаются, что я даже магом, я просто их динамику не могу уловить. То есть когда что нужно использовать, когда кого нужно шарахнуть по голове. Так, единственное, что я знаю, что сейчас мне нельзя вызывать два существа на стол, потому что у вориеров очень веселые вещи. Раскалывающий удар или что-то такое. Если он использует сейчас оружие против моего зверька, отлично. Я не против. Зверек выполнил свое задание. Он нанес урон. Так, давайте еще одного. У меня есть еще один. У тебя вот как раз для твоего топора. Давай. Они нанесут тебе 6 урона и на этом закончим наш разговор. Так. В общем, посмотрим сейчас, посмотрим. Может получится, может быть нет. Но вот эти вот рывковые существа, у которых... Ага. Тоже правильно, тоже. Потому что я мимо танка не пройду, понимаете ли. И... У меня пока что нечем стреляться, да? Давайте поменяем на танка. Закончим на этом. Пойдем посмотрим дальше, что он сделает. А вот интересно, из лиги можно выпасть? Вот это. То есть я понимаю, то есть, по идее, это первая не деревянная лига. Если я обратно упаду в дерево, это будет грустно. Это будет очень грустно. Это будет самая грустная история в мире. То есть Ромео и Джульетта по сравнению с этим ничто. Так, рывок, понимаете ли. Что же делать? Давайте сделаем так. Схлопочем, скорее всего, еще 4 урона от рывкового существа. Но, по крайней мере, я смогу его убрать своим... Ага. О чем это я говорил? О том, что что-то там смогу сделать? Так. И у меня такое соблазнение сейчас на в овечку его превратить. Это вы мне не поверите. Это
то есть это три стрелы. После нее я могу. Ах, будь ты проклят, чтоб ты сдох. Что я сейчас и сделаю. На. Пожалуйста, в речку. Молодцы. Так. Ну, извини, ну не удержался. Потому что, по-моему, у этой колоды нету особенно огромных существ. А, она это рашдаун колода. Да, вот это. С кучей карт, которые убирают со стола, кучей карт, которые убивают сразу же и быстро, и болезненно. Так, дракон или комбинация кобальда и огненного шарика? Пуп! А-а-а, это всегда как мед на душу. Приятно, очень приятно получается. Так, а что он делает? Я уже... ваше оружие получает плюс 2 кат... Ага, да. А вот эту вот штуку нужно убрать со стола. Она мне не нравится. Очень не нравится. Так, и это плохо, скажу вам честно. Потому что у меня нету ничего, что... По крайней мере, все гадкие карты стоят 4. Так, сколько? 3-4 урона. У меня не хватает, чтобы ее убить. 3 и 1 урон. Зато я не получу 8 урона. О чем я думал? Моя голова! Моя голова сейчас взорвется. Мне так или иначе не хватает. А, я ее заморозил. Все, голова, спасибо. Ты молодца. Голова молодца. Давайте сделаем так еще. На этом закончу. Ха-ха-ха! 4 урона вместо 12. Посчитал я в голове очень быстро. Фух. Это я правильно сделал? О, господи. Он меня пугает. Потому что оно полечило все. Плюс 4. У меня надежда, если я буду хорошо, красиво скрипеть, может, все это пройдет? Может быть, все это исчезнет? Нет, мое скрипение ничего не изменит. Так, кобальт геомант. Раз. Два. По крайней мере, я от вот этой вот уродской... О, господи, нужно было вот этого товарища раньше выпускать. Ага. Так, по крайней мере... Но я так или иначе умер. Неплохо. У меня просто нету танков, мне нечем защищаться. Ну, что я вам говорил? А, и рассекающий удар. А как же? О нем я тоже говорил недавно. Ну, понятно, давай, нападай уже. Я понял. Нужно было сдаваться. Так. О, господи, он играет хуже, чем я. Его тоже так затягивает, так нужно сыграть в то, что на столе. То, что с врагом будет, абсолютно не важно. Так, и кого шлепнуть? Кого шлепнуть? А, давайте вот. Ее шлепнем. Так. Давай. Я ему уже сказал, что это была хорошая игра. Если он слепой, это его вина. Абсолютно. Да, так что, ну, все хорошо. Ну, наконец-то. Ой. Нет! Моя звездочка ушла. По крайней мере, меня еще не столкнули, знаете, так. Пшел вон из нормальной лиги в деревянную обратно. А меня пока что не столкнули отсюда. Ну, это хотя бы. Ну что ж, я тогда на сегодня закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.